Всем привет! 99-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 12 мая. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день ближе к вечеру. Если вы хотите, чтобы Баран и Дилан спаслись, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Когда Баран нашел Дилан, он сказал, чтобы она не боялась, потому что он ее спасет любой ценой. Дилан ответила, что она не боится. Баран признался, что ее похитили из-за него, на что Дилан сказала, что они не в ладах с корабеями, а я тоже ношу эту фамилию, значит, все, что происходит, касается и меня. Шияр настолько озверел, что решил убить и Барана, и Дилан. Сначала им удалось сбежать с места, где их удерживали, но позже их настигли, после чего была борьба и прозвучал выстрел. Хасан думает, что с Бараном покончено, и он хвастается перед Фаратом, что скоро он будет лидером семьи Карабей и начнет управлять всем имуществом. Азаде снова стало плохо, узнав о том, что Баран попал в беду. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.